автор получил 11 111 рублей. В этом году у нас сумма приз составляет 22 222 рубля. В следующем году это будет 33 333 рубля и так далее по нарастающей. Мы надеемся, что нам это будет под силу. Вот, поэтому все деньги, которые мы собираем с входных билетов, идут на формирование призового фонда для победителя. Поэтому мы, как у всех, просим вносить свою посильную лепту. Спасибо гостеприимному месту, участникам и организаторам. Я бы хотел немножко рассказать. Это, скорее, даже не фильм, это фотовыставка. Она была уже презентована в некоторых местах. Вот, я хочу поблагодарить Алексея Мышкина, группа «Одно но», который, собственно, написал трек для этого. Я хотел поблагодарить замечательного монаха Гауди Вайшнавской традиции, Радхи Романа, который написал стихи. Его стихи — это главное в этом ролике. Мы сейчас их услышим. Он в святом месте, поэтому это фильм о его пути, скажем так, о его мыслях мы можем погрузиться в это. И хотелось бы немножко перевести название «Мадана Махана, тени Купидона». Мы все знаем Купидона, да, вот греческий бог, его на санскрите называют «Мадель», бог вожделения, то есть любовь, которая присутствует в материальном мире. Она материально, временна и не вечна. В основном это русский перевод «любовь». А Мадана Махана — это покоритель тысячи богов любви. Представляете, кто это? Мадана Махана — это одно из имен Бога, верховной личности Бога. Именно личности, которая присутствует здесь в материальном мире, не обязательно умирать для этого, чтобы... Это цитата одного великого святого из Шри Чайтанья Чаритамриты. «Наша истинная любовь постоянна и безгранична. Но поскольку в материальном мире есть только искаженное отражение любви, ей не достает постоянства, она опьяняет нас. Если мы хотим истинной духовной любви, нам следует обратить свою любовь к высшему объекту любви. Бог. И в этом заключается такую заложенную традицию дарить подарки. Я хочу подарить организаторам книгу.